Ну, всем мне понравилось, как мы на ММ поиграли сегодня, отвечаю. Это было норм. Приятненько, да. Вначале, правда, не очень, когда вот этот желтый заебал. Он какой-то был шароёб просто. Жму Чарли. Давай, давай. Смотри, один раз показываю. Показывай что? Мы проигрываем? Ты топ-9? Все, давай, киберспортивный режим. Когда на парашютах спускаемся, должен говорить поехали. Поехали. У меня враг сбежал, прикинь. Бывает. Это преследование. Ход просит. Не он. Тут броня есть, Игорь. Где, есть? Где? Не надо. Вот. Ну ладно, я преследование выиграл. Красавчик вообще, просто машина, блин. То, что мы живы, это уже радость. Так, где броня-то была? Там, а, видишь. Вот, дефолт, я понял. Надо искать красный ксон. Ну рядом враги, сундук. Под взрыв можно подбежать поближе. Тут еще одна броня, Игорь, еще шприц. У меня просто уже два. Подожди, хочу внедриться в логово врага. Давай, давай. Все, внедряюсь. В канализациях, походу, типа. Высаживается. Я увидел его. Он в доме желтом. Пойдешь за ним? Я пошел, но он убегает. Он к тебе идет. А я далеко, я уже в центре. Все. Изи. Изи, да. Хедшотик. Снайперский выстрел. Он будет опять высаживаться. А что ему еще делать? Так, ну что, я жду это. Жду аирдроп. Я понял, что ты ждешь. У меня рядом шприц и броня. Фу. Это место, чтобы воскреснуть. Отлично. Запомни его. Ладно, надоело. Прощай тут. Шел я. Тут хоть какой-то автомат. Тут кто-то залутался, я все до сих пор дробовиком. Ну вот, у меня вообще ничего нет, кроме пистолета. Ага, я же слышу, вроде топают. Олик. Интересно, видел он меня? Походу не видел. Красиво. Просто хитман, блядь. Смотри, сзади нас враги. Вижу, он в зоне. Убежал в дом, вот в этот. Жмем?
Ну давай. Кто-то саживается опять. Нет, это просто вертолет. Давай, я справа, ты слева. А подожди, а... В этом доме. Я понял, понял. Да, вон, ладно. У тебя автомат? Да. А вон еще его товарищ. Он в подвале, да, получается? В подвале, без понятия. Может, вон он. Далеко, да? По-моему, они сбежали. Да. Да, они сбежали на другом сектору. А мы в зоне, ты понимаешь, что нам тут вообще тупо находиться? Ну чё, турели ещё не спалял. Конечно, не подстрекатель, Игорь, но тут делать нехер, надо уходить. Ну они прям, прям далеко сбежали. Да все, они нам не нужны. Нет, я веду преследование. Давай пизды получи. Да, что, так преследование отменяется, слышишь, они тут бомбу заложили. New weapons are being introduced into the experiment. Походу я буду заказывать автомат. Дропс инкоминг. Ничего не нашел я ничего. МП-9 остается, сука. Доказательство. Че, пойти за суплай, что ли, подраться? А ты что-то вообще... О, не-не-не, у нас суплай тоже. Отмена. Да, вот это нам протонуло. И враг там выстрел, слышь, у нас. Да. Давай, я справа, ты слева жми. Все, прижал ты его. За яйца. В заборе пацан застрял. Пригвоздил. Только тут знаешь что? Тут это? Что? Ну типа враги тоже идут. Я просто боюсь, чтобы они с нами в секторе не были. У тебя что? Давай, там? Я... У меня ничего нет. Мамочка. У тебя до сих пор автомата нет? Ты угораешь? Да, я не угораю, я же тебе сказал, ты меня ничего не слушал. Нет, ты типок. Я чё и ныл. Наныл, как говорится. Чё я не ссы. Прорабился. Мне тоже хотелось бы какое-нибудь нормальное оружие. Не дослужил. Ого, один хп у меня, слышишь? Красава. Экстренный побег. У тебя два шприца, дай мне один. В доме. Вот в красном доме возьми. Ты уже 500 миллионов лет назад говорил, что там шприц. Наверху, да? Да, наверху. Быстрее покажу, а там нет. Нашел? Да. Все, да, тихо. Собираю тут враги. Хорош топать. Я понял, я не сапплай, да. Стрёмно тут, стрёмно. Да ёб твою зона. Тут высаживаются, слышь? Да, парашютисты. Я с тобой. Смотри, не умри тут. Это я очень часто постараюсь.
14 секунд возрождения больше не достану. Здравствуйте. Красиво. Блин, у меня даже хилки нет, прикинь. Поздравляю. Куда не прыгать? Две хилки. Ты задолбал скакать, кузнечик. Я, блин, выхожу из трудной ситуации. Враг! Ёпт, понимаете. Пустой, что ли? Не, у меня что-то было, у меня 20 у меня осталось. У него пистолет. Мне бы шприц срочно нужен, у меня 7 патронов, блин, на хп нет. Чё, у меня нет? Тихо. Ну, сейчас, скорее всего, убьют. Убьют, у меня 7 патронов оставалось, и я всех потратил, слышь? Мне надо как патроны заказать, чтобы ты не заказал. И шприц дай. Тебе все дать, еще и им. Вижу врага. Минус. Второй очень раненый. Ну блин, я с глоком. Все, второй. Люх, сзади меня враг. Готов. Мне срочно, ты где есть? Хилку мне, давай. Ну ты че, ушел за километр? Режь. Еще одну. Не буду я тебе еще одного. А у меня тогда ничего не останется, воу. А чё прилетело? Не знаю. Я его ранил. А, это вон что, я понял. Вон они, оба там. Зона жмет. Да, они был в зоне. Они уже в зоне. Ну походи ты.